Всем привет, ребятки и девчата, вы на канале Ярик Плей, и мы продолжаем с вами проходить игруху под названием Dark Sector. Напомню, что в предыдущий раз мы сражались с мартышкой-переростком и одержали знаменательную победу. Нам не потребовались практически патроны, но они вообще были не нужны. Это я наивно полагал, что они нам нужны. Мы использовали электрический... как бы это правильно назвать? Электрический разрядик. Дали мартышке прикурить и огоньку. И он оказался не таким жестким. Единственное, что один раз, конечно, я попал под камень, и мне здорово досталось. Но благо, одним врагом меньше. Осталось только этот докторишка и его прислужник. Такой же монстр, как мы. Но у него не совсем глефа была, что-то типа, вот как у Алекса Мерсера из игры, да? Как ее там правильно называют? Прототип, вот. Такая вот, типа, большая глефа. Ну не глефа, нет, не глефа. А лезвие, вот. Так, что у нас тут? Дополнительные патрончики. Стало быть, нам вот сюда. О, денежки. Это же денежки? Еще денежки, отлично. В принципе, из вооружения, что нам там только дробаш остался. Я все думаю, может что-то новое появится. Это наш выход. Что ж, двигаемся на пути к, не знаю, наверное, к тому докторишке, чтобы с ним разобраться. Который даровал нам такую мутацию, но по факту, будь я на месте главного героя, я бы был благодарен за такую мутацию. Ах да, мы еще можем отражать патроны. Так, как правильно. Во, вот так вот. Выстрела. Неплохая способность. О, еще деньги. А, патронов на максимум, что, серьезно? А, не. Так, вот. Что ж, двигаемся. Потихонечку. Тут и еще награда. Что это? Автоматическая система наведения, что ли? О. Я понял. Ох ты. Тихо. Силовое поле. Да, я его использую. Во. Давай. Во, хорошо. Ох. Но это было больно. Так, во, давай, отражайся. О, блин, плохо. Так, ладно, сейчас мы испытаем еще раз. Специально для нас тренировочка тут в виде турельки. Он нас не видит. Так, так, тут есть еще где-нибудь? Давай. Во. Чё-то силовое поле, да, с перезарядочкой. Блин. Тихо-тихо, спокойнее. Давай прям в упор. Во. Только турель что-то не разрушается. Это, видимо, для отражения просто сделано. Ну ладно. Просто пробежимся. Я же подобрал, так что патроны. Ох. Но можем попробовать кинуть грену сюда. Во. О, ну-ка. Но все-таки. На. И еще на. Какая-то жесткая турель. Ух. Ну ладно. Спокойнее, спокойнее. Давай. Что-то не пробивается, тролль. Ну ладно. Хрен ты с ней тогда. Только зря использовал гранату. Так, уверен, что тут еще где-то тролль будет. Так, поэтому по-быстрому подберем наши награды. Он прям чувствует, да, сохранение. Ну-ка. Ага, патрончики, граната. Так, тут. Тут ничего. Какая-то подстава.
А, вот. Наш вход. Двигаемся. О. Да, закрыл за собой дверь. Как я себе и представляла нашу следующую встречу. Здравствуй, Надя. Ты стоишь вот так, отвернувшись, и у меня будет пушка. Две пули в затылок, как и ты с ними поступил. Послушай, они тебя ищут, но ты еще можешь исчезнуть. Я ничего не скажу. Им нужен только Мезнер. Старик сошел с ума. Ну что ж, если они тебе так сказали, тогда это задание как раз для тебя. Ты ведь кое-что знаешь о сумасшествии, не правда ли? Думаю, знаю. Давай, скажи же, что не было никаких приказов. Ты сам это сделал. Я думал. Я знал, что они должны были умереть, что они были больны. Ради бога, Хейден, они не были больны. Нет. Чего ты ждешь? Потому что наша цель — справедливость, а не месть. Значит, помогаешь Мезнеру провозить биологическое оружие во имя справедливости? Быстро схватываешь. Передай привет своим друзьям. Любопытно. Так, надо бежать отсюда. У нас нет времени. Тихо, тихо, спокойнее, чуваки, мне надо как-то отсюда. Тихо, тихо, спокойнее, спокойнее. Сейчас же бомба бахнет. О, а, видимо, не туда. Тихо. Так, шоечки, улучшения, все понял, как отсюда сбежать-то? Видимо, не туда, надо в обратном направлении бежать, бежим. Наверное, не успеем. Туралик еще. Ну-ка. И куда бежать? Будем прятаться еще раз. Да. Куда-то не туда бежал, ну-ка. А. Так, просто пропускай даже ролик, получается. Так, 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 так. Может, надо как-то взрыв отменить? Ну, детонацию. Или опять оказался немного слеповатым. Так, тут мы можем пропустить это. Что надо делать-то? Вот сейчас разберемся с вами. Есть вероятность, что бежать куда-то туда? Да. Вот сюда, в туннель. Во. Бегом, 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 бегом. Спрыгиваем. А, все оказалось легче, чем я думал. Так. Что-то там бахнуло. Я вроде бы награду не взял. Увеличенный магазин, да. Так, и черный рынок. Ну, давайте посмотрим. Так, это у нас все пистолет. Но неплохой. Так, 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 так. Денежек-то для этого нет. Это улучшенный дробаш. И это еще более улучшенный дробаш. Пистолет мне нравится. Ладно, будем копить денежки. Когда там все завалило прохода. Еще один бедняга. Глава 5. Груз. Так, вскрываем замок. О. А. Такое чувство, что голова сейчас лопнет. Датчика больше нет, но Мезнер все еще где-то тут. Армия с ним сотрудничает по-крупному. Удалось связаться с перебежчиками. Надя,
Нет, нет, сэр. Кажется, я слышу вертолет. Он все еще упорно пытается вывести вирус. Если он надеется его использовать, то у него должны быть образцы антител. Ясно. Куда направляются вертушки? К незарегистрированному торговому судну неподалеку. Миль 5 юго-восточнее твоего положения. Захвати образец груза. Остальное уничтожь. Угу. Так. Ох. О, не-не-не-не-не, еще один шагатель. А теперь можем использовать это. Но... Как тебе? Попробуем поотражать патроны. Как у нас поле еще регенерируется, не знаю точного. Ну-ка, давай. Так, все. Возможно, также потребуется РПГ-хи найти. Но за счет этого силового поля мы, конечно, нифигово так можем отыграться. Ну-ка. Как тебе монстр? Монстр-шагатель. Но, скорее всего, тут как-то через отражение надо. А, вот, когда он загорается индикатором, мы можем это использовать. О! Ну-ка. Да я понял, понял. Что там что-то надо сделать. Так. Вот, можно доактивировать и попробовать пробежать. Тихо, спокойнее. Спокойнее, дыши, дыши, дыши. Так, хорошо. Теперь найти РПГ-ху. Если она тут есть. И попробовать еще поотражать пулька в него. О! Хм. Че? А, ты еще живой. Ну-ка. Давай. Чё, всё? Еще живое. Сейчас индикатор наш снова загорится. Пора помирать. Или попробую сейчас побегать РПГ-ху найти. Мне кажется, тут фишка в отражении патрона. Вот, давай, давай, давай. Хотя тут есть еще вот эта вот штука. Так, тихо, спокойнее. А, нам потребуется поджечь, как только мы разберемся с ним. Ну хорошо. Давай. Ну, ты уже полуполоманный, давай. Ломаться. Ничего, да как-то долго. Ну-ка, тут есть какой-нибудь пролетик? Нет, никакого пролетика нету. Значит, все-таки отражать патроны. Давайте. РПГ-хи я вроде не вижу. Сколько ты еще будешь на ногах-то? Вот я не понимаю, что ли он полуживой, то ли нет. Сейчас он перезарядится.
Видимо, нет. Видимо, РПГ. Ну, давай уже. Так, тут же у нас тоже ничего такого нет. Как долго-то? Огонька мы с собой тоже вроде бы не можем притащить оттуда, чтобы прожечь. Нет? Потом все вроде хромает, но... Даже сомневаюсь, что стрелять-то по нему нет какой-то толк. По-моему, как-то электричеством его надо замять. А, нет, все, разобрались что ли? Нет, что-то там бахнуло. Что-то там бахнуло, это он ракетками стрелял уже. А, вот, наконец-то огонь. Значит, надо было спровоцировать его на это. И потом электричеством его добить. Так, огонек мы взяли. Значит, отражение пуль ничего нам не дает. Ну-ка. Подзарядим немного электричеством. Во, замкнули. Неужели? А, надо, наверное, к этой красной штуке подойти. Ну-ка, ну-ка. Во. А, мы даже водителя отсюда выкидываем. Класс. Ой, я сейчас сам этой штукой поуправляю. Да ладно. О. Орудие и коловушка. О. Ага, я понял. Так, в какую бы сторону двигаться? А, во. Неплохой шагатель. А, да, надо немного разобраться. Это и коловушка, это у нас штука, которая помогает нам избавиться от ракет. Кто тут еще? Кто тут еще? Справляемся с вами как только можем. Уже начинаем поддымливаться. Ну, сколько он еще продержится? Мы сами-то его покромсали, нехило. Так, откуда вы там палите? Вроде используйте эти ловушки-то. Ух, сколько вас тут. Вот еще ты, чувачок. А откуда, откуда? Неудобно на этом шагателе, конечно, передвигаться. А, привет, чувачок. Автомат на меня не работает, уже проверено. Эх, еле дышим.
Пробираемся дальше. Так, откуда? А еще отсюда. Что, кажись, приехали, да? Не подорваться бы на этой штуковине снова. Так, и что, все? А, во! А, не, это просто бочка. Кажись, приехали. Так, как отсюда выйти? Вот не посмотрел в начале, я теперь не знаю, как отсюда выйти. Может, просто пробел зажать, и ты выйдешь отсюда? Вот мы дошли до конца. И, собственно, все, нам надо как-то выйти отсюда. Ладно, просто понажимать все кнопки. Нет, это не то. Ну-ка, как отсюда выйти? Ну, вряд ли что-то еще требуется. Разве что, ну, скорее всего, туда и нужно идти, я же не поднимусь так. Через пробел мы в него залазим. Так, придется зайти в настройки, в управление. Настройки клавиатуры. Подобрать фонарик, винтовка, противодействие и ничего, что ли, больше. Вернуться. Да вроде бы все, я прожимал и ничего. Пора выходить из этой штуки, чувак. Ну куда мне тут еще-то встать? Может, что-то забаговалось? Давайте еще раз туда пробежимся. Вроде бы я тут со всеми разобрался. Попробовать самого себя подорвать, разве что, может, так он выйдет. Ну, допустим. И ничего. Обай, выходи за этой штуковины, чувак. Вроде бы правда все попрожимал, не знаю, еще не так. Просто поел, не можем выбраться из этой штуковины. Ты сюда не поднимешься, но хоть ты тресни. Так, нет, это инвентарь, хорошо. Вот реально все кнопки прожимаю. О, наконец-то сообразилось. Фу, это было ужасно долго. Ладно, двигаемся дальше. Подберем наши награды. Отлично. Фух. Ну что ж, ребятки, на этом мы закончим с вами прохождение. Сори за вот этот фейл, по которому я не мог выбраться из шагателя, но все бывает. С вами был Ярик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, скоро мы продолжим. До новых встреч!